на стенде компании Everfocus, где представлены 2-мегапиксельные камеры на базе Sony сенсора Exmor. Соответственно, можно ожидать хорошее качество видео в ночное время. Сейчас нам молодой человек показывает продукт под названием Beso. Программное обеспечение компании Everfocus для, соответственно, работы с IP-видеокамерами. О, это Лондон? Лондон мэп? Соответственно, мы можем видео на карте подключить любую карту. Ага, даже такие карты. Can you show the test? This one. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Also the motion detection. Uh-huh. Настройка детектора движения. Mm-hmm. Очень удобно, мы видим активность в зоне, которую настраиваем. Yes, yes, I see. То есть можно настроить чувствительность, глядя на текущую активность.